Так, ну что, ребят, я вроде сам сделал. Такой, блядь, что это такое? Чё его так косоёбит? Так, сейчас еще раз. И покупаю машину. Сейчас, так, что-то у меня грузит. Графон можешь ближе поставить, блядь. Пиздец, на заднем ходе. Так, вот, давайте выберем цвет. Цвет надо какой-нибудь особенный такой. Какой-нибудь. Блядь. Чернее маленько можно? Вот, как-нибудь вот так вот. Какой-нибудь вот такой вот хочу. Во, вот такой вот цвет вроде нормально. Так, ну все, давайте купим. Все, мы купили наш транспорт. Теперь мы топовые игроки. Теперь нам надо отправиться в чип. Сейчас мы это и сделаем. Так, ну все, вот я приехал. Опять же у меня лагает. Извиняюсь за шум на заднем фоне, если вы его слышите, конечно. Вы, скорее всего, его слышите. Так. У меня тут есть много чего. Давайте поставим драк. И у меня колеса сейчас выпирают. Ой, это что такое? Чё у меня машина так летает? Это точно драк? У меня она в дыбки уходит. Мне совсем не нравится такой чип. Господи, что с моей машиной стало? Чё она прыгает? Все, ребята, все было. Так, ну что, ребят, я вроде сам сделал. Такой, блядь, что это такое? Чё его так косоёбит? Так, сейчас еще раз. Так, все, ребят, я, короче, нашел какой-то чип. Чип, конечно, не айс, но все-таки чип хоть какой-то. То есть у нас максималка 190 км в час. И сейчас я планирую поехать поставить небольшую тренировочку их стеном. Блядь, вот это мне вообще не нравится, то, что меня так перекидывает. Вообще никак. А вот найти нормальный чип у чувачка, у которого тут тоже семерка, чтобы поставить себе сюда. У него вроде там нормальный чип. Надо будет найти того чувачка. Так, давайте мы сюда поедем. Что-то у меня лагает жестко. Не понимаю, в чем проблема. Надо будет, наверное, КС-ку удалить. Чтоб меня лагало. Потому что, как я скачал обновление, у меня весь комп лагает. Как на КС-ке скачал именно. Что за чип такой, я не понимаю. Я же массу поставил большую. Максимально поставил. И она лагает. Хотя тут тормоза нормальные. Привод полный стоял, но я задний поставил. Что, как бы, на этой машине должен стоять задний привод. Так. Мы приехали почти. Мы почти приехали. Много у кого спрашивал, есть у вас драгчип? Так ни у кого нету. Такого одной девчонки было. И все. Алинка, ну, зовут ее. Алинка, Малинка. Словосочетание, пиздец, меня косоёбит. Вот как вот мне ездить, когда её так херачат? О, да, он тоже здесь. Так, задняя полуатмосфера. Ну её полностью нам надо захерачить по-любому. Здесь тоже, а вот здесь это ставить небольшой просвет. Типа всё-таки пацанская машина. Так, оплатить, да? Оплатили? Так. Теперь ксенон. Давайте мы включим фары включить. Будем смотреть ксенон. Это херня. Так, подождите, нам надо другой стороной встать, чтобы осматривать наш ксенончик. Так, вот, давайте. Херня. Ну, это понятно, что это херня. Более-менее.
Эй. Он тут этот ксенон вроде нормальный, да? Ну давайте за него оплатим деньги. И все, и поехали. И осталось у нас 50к. Что-то вот такая у нас машинка получилась. Вот. Вот. Такая серия и машинка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новую серию про семерку.